Между тем, на территорию российской базы в Канте доставили первую партию из 200 вакцины от COVID-19. Как сообщает портал «Звезда», доставка была осуществлена военно-транспортным самолетом ЦВО. В процессе использовались специальные контейнеры, необходимые для соблюдения холодовой цепи. Первыми прививку получат работающие на базе медики, военнослужащие на боевом дежурстве, а также командный состав. Прежде чем начать вакцинацию, с военнослужащими проведут беседы о COVID-19, вакцине гамковидвак и возможных побочных явлениях от нее. Вакцинировать будут исключительно с письменного согласия, добровольно.